Две недели назад я начал играть на Вулкане, и вот мой заработок за все это время. Вот недавно, пару минут назад, мне пришла новая выплата с Вулкан. Желаю всем удачи. Нормально это, блядь. Здесь в этих перчатках эти часы грабители, блядь. Не, нас покрутят с этим автоматом, да? Это все равно. Да? Ну да, у нас я. Это прям отпечатки стираешь, да? Нет. Ну ладно, мы все равно нормально и так выглядим, да? Да, идем. Как ты считаешь? Барига, ты как считаешь? Нормально. Так, ладно, Барига. Поехали. Сейчас мы приедем все равно. Прикрывай, Барига. Я в этой шляпе чисто пациент дурдома такой. Ковбой. Ковбой, пациент дурдома. Так, прикрой двери, Барига. Вот эти машины ты имеешь в виду? Да это хозяйские. Заткнись, Барига. Это соседские машины. Они постоянно тут стоят. Так, ладно. Ух ты, Барига. Ты посмотри, взрывного устройства нет под машиной? Я постоянно смотрю. Сейчас я фонарик. Ну хуй его знает. Глянь. Барига, глянь. На магните обычно цепляют. Мне два раза цепляли по полкилограмма тротила. Отвечаю. Ничего. Снимал и ехал дальше. А как ты это умеешь снимать? Шо-шо? Знаешь, как снимать, да? А что там снимать? Вызываешь специально обученного человека. И все, и он снимает. Взорвется, но это его проблема, понимаешь? Понял, чепуха? Ага. Они просто настаивают на вызове пиротехников и конторы. А меня данная ситуация вообще не устраивает, понимаешь? Дебил, не в салоне, а под машиной, дурак. Я и там что-то. Да какой, как они в салон, блядь, ну, блядь, не весели. Да вот эти. Смотри, блядь, на магните, чепуха. Вот тут обычно это было. Вот тут. И GPS-датчики они вот тут вешают. И два раза вот тут по полкило вешали, сука, тротила. У тебя такой туз приятный. Бля, ну ты тебе вот это поприкалывался, да? Я... Рабочий туз у тебя. Такое? Ладно, поехали, чепуха. Он старый. Старый туз? Ничего, жопа не стареет, ты, дура. Блядь, чё он расстёгивается, блядь, броник этот, а? Барига, чё броник расстёгивается, тебя спрашиваю? Нет, это... Я тебя по-нормальному спрашиваю я пока. Я говорю. Шо? Ты же не у меня покупал. Я не знаю, блядь. Почему броник? Застёгивай, чепуха. Барига, застёгивай. Сейчас, дай же я это... Поганка, застёгивай, я терю. Ух ты, Барига, блядь. Меня в этой шляпе не покрутят? Не сказать, что я с дурдома сбежал? Блядь, он не держит уже. Да потому что ты Барига, понял? Когда его, когда нормальный человек, ну, блядь, ну, и застёгивает, оно не так, блядь, понял? Сними его. Да как снять, блядь, ёбаный. Другой бы взял вот этот, попросил. А куда мне, блядь, взрывчатку кидать? Куда мне, блядь, это, автоматы? Ну, ты же видишь, как он растёгивает. Шо-шо-шо. Так бы это, видишь, как я ещё делаю, говорю. Ты чтоб я, ну, не сказал, кто-то порвал бы. Потому что ты Барига. А вот то, что тут растёгивается. Ночной или какой? Барига? Круглосуточный. Блин, ну ты опять на сутки будешь его застегивать, пожалуйста. Давай другой принесу тебе. Побольше, ну ты будешь... Не, он не должен застегиваться и расстегиваться. Я понял, ну пожалуйста. Почему? Потому что он уже все. Лучше в другой бы взяли. Покрасивее. Не, я тебе объясню, потому что ты Барига. Короче... Ладно. О боже, помоги выехать. А я эту штучку сюда положу, да? Можно? Какую? Ну вот стоять это. Стою, нахуй. Стою. Ты что, попутался? Я просто проявил интерес. Нет, так нет. Интерес. Все.
Интерес, интерес. Выебу бабу на букву С. Телефон заряжен или на зарядку может кинуть? Этот у тебя... Я подумаю. Понял. Если что... Так. 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Заряжать, не заряжать, 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 не заряжать. Все. Что поделать? Едем. Чисто научный подход. Драйв. Понимаешь? Фу, что так воняет? Привет. Кому ты? Там это, блядь, кому ты говоришь? Я шучу, там нема никого. Так а что ты дура, блядь? Ну ты нормально, я уже, блядь, я автомат приготовил. Ну да. Мало ли, дух отстрелился. Другой принесу лучше, пожалуйста. Ты заткнись. Понял, молчу. Чепуха, блядь. Чепуха. Назвал ты меня чепуха? Чепуха, чепуха. А твой родейка здесь? Какая родейка ты, блядь? Или это? Какой Kiss FM? Это для таких педронов и колдашников, как ты, Kiss FM. Что-то смешного, ты, блядь. Педрон. Педрон ты сорил. Какой-то там, типа... Хуяк себе, блядь. Сейчас лягал и нас остановит, и все. Не, а мы, блядь, блогеры, понял? Газель какая-то, что в натуре ебанулся. Убер. Убер. А было бы прикольно, чтобы лягало нас сейчас. Опа! Террористов споймали, да? А мы еще попытались бы от них скрыться. Так показали на кого, чтобы они упали. Они упали бы, они бы стрелять по нам начали. Не, ну сразу не. Ну, а потом оказалось бы, что это все фикция. Да. А Аваков сказал бы, что... Мы фильм снимали. Молодцы. Бдительность не потеряли, а вдруг бы боевое. Пидоры. А так подонки ебаные пошутили. И чтобы не было им не до шуток, мы свою реакцию показали, сука, бывшим бандюгам. А бывших бандюг не бывает. Понимаешь? Так там полрады бандиты, ебаный рот. Ты кого бандитами назвал? Ты, блядь, уважаемых людей, ну, нахуй, а? Ты что, охуел? Фу, что такое потный? Ну, Луценко, ну, что сидел, я ж бегал. Что такая потная? Луценко на мусорском зоне за игрой смотрел, а тут на, он уже, блядь, за этим, за прокуратурой, петух вонючий. А тут за прокуратурой смотрит, понял? А тут именно... Так, нам что, нам, блядь, надо булка с маслом и чая, правильно, блядь? Че сахарок на тревогу берет? Заткнись, блядь. Ты белый, сука, чунгачхук, блядь, понял? Нахуй ты волну сбил, чепуха, блядь. Я тебя спрашиваю, блядь. Ебала муха собаку, а? Нахуй ты волну сбил, ты, блядь. Я закрываю миньет. Чушкарь, блядь. Миньет сделаю. Миньет, блядь. Все, ты только на... не кричи, пожалуйста. Давай сосать. Потом, ну за рулем не надо что. Нет, давай за рулем, блядь. Я люблю за рулем, когда мне... Ты будешь потом спрашивать, слышь, ты не видел штемпану без ушей? Когда мне бородатые шлюхи сосут мне нахуй. Ой, блядь. Что же она так набирает страшно, бля? Я ж чуть-чуть нажал на педаль. Ты понимаешь? Что это, блядь, с ней такое? После ремонта, а? После рыбалки, сука. Ёбаный рот, блядь. Да нет, это что-то, блядь, двигатель ракету какую-то вставили, блядь. Сука, специально, да? С весом это сделали, замутили. Блядь. Это дурак. То есть у тебя выпало что-то, вон. Да нахуй ты прикол себе. Одиногий. Ну, так он повелся. Да зачем, я не могу понять. Пошутил. Ну тут это не смешные шутки. Ну блядь. Все, буду знать. Человек нахуй в натуре в дороге, блядь, начнет, сука, ну блядь. Я представляю, чтобы ты надо мной так пошутил, я бы тебе ебло развалил, понял? А я побежал. Ну да ты что ты убежал? Догнал бы и развалил ебло. Он сейчас полчаса будет искать. Тут смешного нихуя, Вася. Вообще нихуя. Эники, беники, или вареники, эники, беники, реки, типо. Где круглосуточная у нас, блядь, бутербродница? А? Я тебя спрашиваю. Я не знаю, прости. Чепуха, блядь. Давай спросим у него вот у этих. Бутербродница, да. Круглосуточная. Вот эти, да. А что, так и скажешь, где круглосуточная, да, бутербродница? Да, так и скажу. Ты что, нахуй? Они скажут, да пошел. Извините, пожалуйста, вот, ребята, где можете на подойти? Бутербродница. На секундочку, ребята. Подскажите, а где здесь ночная бутербродница? Где можно вот пожрать купить? Где там? Куда прям? Влево туда?
Спасибо, дай Бог вам здоровья, отвечаю. Отвечаю, дебил, да. Причем тут отвечаю? Вот ты мне, блядь. Дай Бог здоровья. Да, причем ты мне замечаешь, знаю, ты нахуй, чепуха, блядь. И не плюй мне на руку, ты, ебон косарелый, блядь. Понял? Ты нахуй. Хуй лучше, блядь. То я узнал где. Ты узнал, где, блядь. Где они едят. Отлизал, отсосал, тоже так, сука, узнавать, ну его нахуй. Ты Лексбис, потом, блядь, это, Гомес, блядь, и, блядь, Педрос. Понимаешь? Педрос и Бигус Мигус. Педрос, Лекс Бобес, блядь, Климос, нахуй. Климакс, блядь. Блядь, вот куда ты уже, блядь. Во, он это бутербродница, типа, мечтал. А вот, АТБ. АТБ, АТБ. АТБ, АТБ, АТБ. Я кохав тебе, АТБ. Я закайся, педрило. АТБ. Бо ебло розоб'ю тебе. АТБ, АТБ, АТБ. Я ебал. Баба діду уже не дає. Ти бабалюся, ебал. Тітка Райка моя уже десь. Завали ти ебло. Закриваємо машину. Ні, ну ми, блядь, щас із поемом зайдем, на нас лягало, так сказав, да? Подожди, ну может ты этот, подожди, мы охрана частная. Ну, бля. Мы с объекта, блядь. Ну, а по типа тебе, ну, видно, типа ты шляпе, фараон, серьезно. В шляпе, блядь. Они подумают, что он фараон. В босоножках, нахуй. Не, ну в Америке тебе не прокатало. Ну, нет, они подумали, это, фараон. Все-таки, блядь, оставляйте пинда, серьезно. А ну, бронежилет возьмем. И удочку я возьму. И удочку. Все, я беру. Молчать, блядь, тупую удочку. Спиннинг. Спиннинг? Да. Да я шучу, ну откуда? Так, ладно. Давай. Я выхожу. Ёбан, понял, мы порешаем их, да? Почему? Что? Берем биту, если что. Мы порешаем, если что? Мы порешаем. Хорошо, давай. Там страшно, да, Клим? Я туда не пойду. Так, нахуй, сейчас выставлю нужную, блядь, функцию камеры, блядь. И буду, сука, самым модным оператором, блядь. Вселенной, блядь. Так, нахуй. Вот, блядь, она как-то выставляется еще. Интеллектуально, блядь. Сука, с ума сойти можно. С ума сойти можно. А можна і не можна, так-так-так. Оселедець ти поганий. Ти хочеш жарити омлет, у мене собака получить моральну травму. Форель, сьогма, о. Я сравню, що лучше, форель или сьогма. Ти як вважаєш? Мопс младший, де ти? Клім. Погнали, слышиш? Я говорю, ты как считаешь, что лучше, сёгма или форель? А взвешивать надо, да, лимоны? На кассе. А, на кассе взвесы, да? Угу, отлично. Так, 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 кокос. Да не ори, терпила. О, иди сюда, лошадь. Едь сюда, говорю. Тетя лошадь. Тетя лошадь, дорогая. Дядя пес. Ай-яй-яй. Что, ай-яй-яй, животные, тетя лошадь, тетя лошадь. Он взял бы лучше персик. Да, слушай, ты мне не рассказывай, что мне лучше брать. Прикольно. Понял? Все, поехали. Ой. Персик. У тебя очко как персик. Животновод ты. Опа. Что? Пакет нужен, да. Пакет, конечно. Большой давай. Киевстаровский? Ну да. Киевстаровский пакет, это круто. А что ты за клоунские перчатки надел? Это я. Ты уже под мнением, ты уже на бой. А ты вот, да, в этих будешь боксировать? Не. А что? Я пойду куплю. Потому что, ну, я не знаю, я не помню. Я это что-то не пойму. Ну, возьми вон еще два лимона, ты, а, крыса. Украсть хотел, да, животное. Именно хотел. Я знаю, что ты крыса. Крыса. Ты же сам в охране проработал. Ты зачем, да, 15 лет у своих воруешь? 15 лет. Надо его забить в 10-кратном размере. Я в, да, 20. Как бывшего охранника. Ну, я свой, пацаны. Крысака. Я мазурка брал, блин. Угу, мазурка ты брал. Ты в рот у него. У мазурка брал. А, у мазурка, да. Дебил.
Это этот покойный, да? Да, что Бога навел. Я вот не понимаю, зачем он столько жмуров навалил? Ну, взрослось, да? Какая-то не она, как можно? 687 гривен. Сейчас посмотрим. Розыск мучил его в голову. Да в каком он розыске? В футболке и босиком его наклеили. В этом. Не, ну понятно, что в футболке и босиком. Это, походу, он хуёв не выдержит. Не выдержит, ты покойник, понял, что не выдержит. Возьми второй. Да, дайте еще один небольшой, средний. Посчитайте. Пин-код введите. Как? Пин-код введите. Пин-код? Ща. Пин-код это серьезно, у меня пин-код. Аж из 4 цифр. А что он мне это делает? Да не ори! Прикалывайся. Ты ж не ори, дебил. Ты мочишь, а не он. Интересно, а может быть пин-код из 20, да, цифр? Встречал ты, не? Малой. Пин-код не встречал на карточке из 20 цифр? Не? Гривна 40. Как? Гривна 40. А, еще гривна 40. Ты такой жадный отвечаешь. Блин, а я вот не брал ни мелких, ни крупных. Давай еще раз тогда карточку. Или у меня Клим украл все деньги, сволочь такая. Да, походу Клим все скрысил. Ох и крыса, сука, пока я спал. Хорошо, давай, на. Гривну 40, говоришь? Ну, держи. Через 2 недели все. Все, нельзя. Глючим, да? Угу. Спасибо. Второй вопрос. Ты что, у меня в кошельке бабки не брал? Да у меня кто-то все бабки подмотал. Пару штук гривен. Да, мне кажется, что это крыса ты. Гривни, $1, ну что ты мне дал? Ну, 2 гривни. Пару косарей гривен у меня было по-любому. Да я тебе ничего не говорю, я просто говорю, что кто-то подмотал. Заткнись. Вот ты так беспечно взял кульки и поставил, а если бы насадили? Я контролирую. А? Кобылыч. Ты голимый Кобылыч, понимаешь? Я бы тебя распечатал бы, если бы украли, понял? Не украли. Я бы тебя распечатал. Не потом бы, да. Не потом, я тебя прямо сейчас наперед распечатаю. А, нет, так не. Понял? А вдруг, представим, что украли. Слышь, ну с новой решеткой прикольно стало. Еще лучше, чем было. Иногда стоит разбить машину, чтобы вообще охуенно сделали. Согласен? Чипиздрон. Просто я уже столько в нее вкинул, что можно было в натуре AMG-211 купить. Ну, зачем ты за лимон сказал? Я хотел их это, чтобы мне заплатить. Да ты крыса, ебаная. Ну ты ж крысич. Ну красиво бы отработал. Чтоб ты отработал бы, 2 лимона, ты дура, блядь. Ты понимаешь, ты, блядь, напоминаешь, да ты Шура Балаганов. Да, я Шура из Одессы, я из Одессы, здрасте. Дебил, блядь, вот из-за 2 лимонов ты бы спалился, а дерьгу на лям, блядь, проебал бы. Потому что ты Шура Балаганов. Боевая стрелка. Здорово, пацаны, у вас стрела? Боевая, да? Майвезеру привет. Так, заткнись нахуй, ебаный, нихуя не смешно, понял, да? Ебаный насрать, сука, блядь. Как ты докатился до такой жизни, ты? Я не знаю. Ты тебя чмо, блядь. Я в розыске. Ты в каком розыске, нахуй, ты? Ебанка сорелой, блядь. Ищет. А?
Кто тебя, козла, ищет? Да, кому? Я спрошу, он меня ищет. Что он здесь спрашивает? У кого? У него, а нахуй ты ему нужен? Ну, он сейчас ебло еще набьет тебе, ты, бля. Да, я буду. Я за тебя заступаться не буду. Не, ты что, я ты надоел, забью, блядь. Я за тебя, за женщину уже третий раз заступаюсь. Ай, да, пожалуйста, простите меня. Начинаешь тут вот эти вот, блядь. Смотри, на того, что напали, вот похоже. Напали? С кем я драться буду? Вот он. Давай я позову, вот похоже, ты пиздец. Думаю, ты его звать не надо, он тебе сегодня сам позовет, понял? Не, я говорю, похож. Ебаный рот, блядь. Че она так набирает страшно? Заткнись. Не надо мне, блядь, тут помощники, понял? Оператора, блядь. Понял. Оператор — это дело тонкое, понял? Восток — дело тонкое, нахуй. Ебануться, блядь. Что же оно так пиздует, а? Пиздует, блядь, потому что окон дует, Андрюх. Может, двигатель поломался, что он так работает резво, а? Красиво, блядь. 5,5 АМГ, блядь. Почему она так хуярит? А? Короче... Давай вот у него спросим. Не. Тихо. Подожди, слышь, объясни. Что тебе объяснить? Молодой тебе? Человек. Что тебе объяснить? Объясни, как проехать. На левобережную. А нахуй тебе левобережную? Так чисто. Парашич. Не, вопрос в другом. В чем? Двигатель тут 4,3, а на мозгах написано 5,5 АМГ. Это как понять? Да, но тебе надо вот это что? Молчать! Мазерати Бугатти. Какую Мазерати Бугатти ты бил, блядь? Что у этого, у Мэйвезера, как она там? Ой, блядь, Ламборгини, блядь. Ламборджини, извини. Ламборгини, гини, вот такая Бугатти у него, да, с автопатти, по-моему. Какое, блядь, что ты плетешь, ты дура, блядь. Ты думаешь, это оригинально и смешно? Нет. Вот эти твои, сука, колхозные панчи, блядь, я а? Я просто хотел узнать. Которые ты выдумаешь, блядь, на ходу, и которые уже выдуманы, блядь, и пересказаны всеми чепуховцами Ютуба, блядь. Боже. А? Ком-ком-малели. Наша молодость, Андрюха. Какая молодость, ты, бля, ебон косарелый. Вот она молодость. Вот она молодость. Тузик ты ебучий, блядь. Бучий. Я, блядь, боюсь, что колеса нахуй поотваливаются от такой скорости, нахуй. А песня будет? Заткнись, блядь. Заткнись и кайфуй. Тетя шлюха, блядь. Почему нет ни одного полицейского на дороге, блядь, который сказал бы, куда вы несетесь, братва, блядь? Дайте денег на бензин, блядь. Дайте денег, не стреляйте друг друга. Говорит, из куда же это вы так несетесь? У меня, блядь, короче, на всех КП тормозили, когда я с Одессы ехал. Только из-за того, что они охуевшие были, с какой скоростью я мимо пронесся. Ну так, нихуя, конечно, не предъявить не могут, понял? Но взгляд этот просящий, ну, блядь, эти глазки, блядь. Короче, блядь, ну как тут 200 гривен не дать ему, а? Ну да, за одни глазки. Понимаешь, за одни глазки, за умоляющий взгляд. И говорит, сколько ж в ней под капотом там, а? А, ну да, она с таким объемом меньше ехать и не может. Говорит, сколько это вы пронеслись мимо КП? 180. Говорит потом, ну да, она же меньше ехать не может. Прикинь, 180 на КП я пролетел, нахуй. Я просто не знал, что там КП. Они спали, блядь. Но сука одна, блядь, сидела в засаде, понимаешь? И сразу разбудила. И говорит, гражданин начальник, НЛО пролетело на скорости 180 км в час. НЛО пальто. Это ж, блядь, я притормаживал уже, понимаешь, когда 180 было. А вообще живут они, блядь, вот тут, вот, вот. Подожди, мы проехали не, или дальше, не? Этих. Надо им бабла закинуть, блядь. У нас нема. А подожди, как нема, блядь. У меня ж копилка тут есть, работает, правильно? Стоять, нахуй. Стоять все равно. Стоять, еще раз. Не понял. Что, копилка не открывается? Хорошо, сделаем по-другому. Нет, это не. А, я для тебя мерзкие конфетки купил, ты в курсе? Вот она, копилка. Так, блядь, что, нема бабок, блядь, на копилке? Я сюда откладываю, нахуй, ну, блядь.
спину уже. Не упусти свой шанс заработать миллион. Регистрируйся на сайте Вулкан и выигрывай. Ссылка в описании под видео.